Так, всім привіт, доброго дня, шири українці, салам алейкум, браті і сестри, мархаба, пацани, шалом, Ізраїлі. Так, в общем, купил я очередную капсулу времени, я надеюсь. Я ее не распаковывал, но мне придется ее сейчас распаковать очень быстро, уже темнеет. Это мой подарок сегодня человеку. И самому интересно посмотреть, капсула, не капсула. Ну, как писали в объявлении, как писали, говорили, что она абсолютно новая. Ну, пришлось поверить. Когда получал на почте, я не распаковывал. Сейчас все это сделаю впервые, так как я люблю. Это, знаете, как в рулетку играть. Повезет, не повезет. Так. Все у меня здесь под боком. Сейчас достану эту коробочку. Вот она у меня лежит в машине. Вот это очередная коробочка. И сейчас ее вскроем, посмотрим. Очень надеюсь, что это новое, потому что, ну, вы представьте, я уже почти что приехал по месту назначения. Мне сейчас дарить этот подарок. Вот. Но если он не новый, то, конечно, придется что-то придумать, как-то оправдаться, что привезу в следующий раз более что-то интересное. Так, понеслась. А самое интересное, все впереди. Та-дам, та-дам. Но иди сюда. Сейчас включу вспышку. Так будет намного лучше видно. Так, сразу скажу. Вещь сравнительно увесистая. Не тяжелая, но увесистая. И сразу скажу, это прекрасно все вы видите. Это Саньё. Это японская вещь. Да? Вещь вещью. Давайте смотреть дальше. Конечно, неудобно это все делать, распаковывать, одновременно снимать. Но зато все честно. О, многие говорят, это вот эти вот пломбы. У меня есть видеомагнитофоны абсолютно новые, которые я покупал, что это уже новодел. Нет, вот когда я вижу уже определенные вещи, тут все понимаешь, что вот этот оригинальчик, который был в 80-е годы. Вот эти пломбочки. Ну да что. Такой вот приемник. Модель М174OH. Саньё. Давайте теперь самое интересное. Что у нас внутри? Так. Что у нас внутри? Так, внутри вижу, естественно, я что? Обычно, когда новое вообще. Бывает, люди достают, поставили, да, простояло, не пользовались. Положили в коробочку, коробка сохранилась. Бывает вообще новое в пакетах. Ну, на канале у меня много абсолютно нового. Что здесь я вижу? А здесь я вижу... Легкая, ну, по крайней мере, не буду говорить сразу. Легкая БУ, две кассетки. Ну, твою дивизию, мне сейчас что-то придется придумывать. Потому что я надеялся, что это абсолютно новое. Но ничего страшного, бывает и такое. Так, вот проводок. Вот это у нас документы, я так понимаю. От него, да, это уже хорошо, что это есть. Так. Вот такой вот Саньё. Ну вот в этот раз, вот видите, мне немножко наврали. Я скажу, что да, им пользовались однозначно. Что тут говорить? Все видно. Может немного, да, может он стоял, его вот люди не почистили перед тем, как продать, все как есть. Но... Могу даже сделать скриншот, может быть, если получится, сейчас найду его, что утверждение шло, что она абсолютно новая, что ей не пользовались. Это бывает очень часто. Люди умеют врать. И они это любят делать, они от этого наслаждаются. Ох,
Он такой доверчивый. Ну да ничего страшного, вещь все равно нормальная, в принципе. Если я уверен, что она работает, потому что БУ-БУ, ну это БУ сравнительно легкая, она больше грязная, да, как мы видим. Очень много пыли. Ну ничего страшного. Кассеты зато есть, очень интересно, кстати, послушать, что там стоит. Может, даже мне это сейчас и удастся сделать. Все, я продолжаю тогда путь-дорогу, да. Не, ну вещь хорошая. Хорошая, просто повторяюсь, она либо долго стояла, где-то пылилась, ну, естественно, ей периодически пользовались. Это не абсолютно новая капсула времени, но пойдет, абсолютно пойдет. Состояние хорошее, все-таки как-никак, ей уже там лет сколько там, наверное, под 35. Я думаю, приблизительно так. 35 лет где-то может быть. Так что ничего страшного, ее протереть. И состояние хорошее. Хорошее состояние для того, чтобы поставить на полочку. И периодически ей пользоваться. Кстати, вот эта вещь очень классная для того, чтобы ей именно пользоваться. Потому что если куплю такую новую абсолютно в упаковке, которая ни разу, там, грубо говоря, скажем, не вскрывалась, то ее жалко использовать. А вот эта вещь самое то для того, чтобы ей пользоваться, чтобы слушать кассеты какие-то, которые будут найдены в дальнейшем. Так что такая вот вещь. Приобрел я очередную капсулу. Ну, насчет дарить, не дарить, сейчас я буду думать. Скорее всего, подарю все равно. Что, уже зря приехал, что ли? Может быть, даже сейчас получится ее включить. Я еду дальше. IGT 43 00 417. Интересно, что это такое, кстати. Топовая линейка серии GT с эквалайзерами. Ну а сейчас просто посмотрим, что это такое. N2402H. Такая вот моделька. Серийный номер присутствует. Все как положено. С ними вот такие вот кассетки. Другой ряд кассет. Ну, сейчас посмотрим, что у нас в комплектности есть. Так, если новое, так оно новое. И ничего ты не сделаешь. Посмотри, не насколько аккуратно. Просто мне очень много посылок приходит с такими словами перед этим, что все абсолютно новое, ни разу не ставилось, не устанавливалось, ни... и т.д. и т.п. В общем, это об этом мечтали все. Это было серьезно.